Для действующего президента, для Путина, Ксения Собчак идеальный кандидат. Зюганов, Жириновский, Миронов там уже завизжали по поводу того, что они не хотят, им не будут выдвигаться, если она будет зарегистрирована, потому что для них она очень тяжелый кандидат, потому что ну, с ней им тяжело, старикам вообще с ней будет тяжело дискутировать. Как бы. Но, с другой стороны, у Ксении есть много-много минусов. Первый минус в том, что ну да, она определенную либеральную аудиторию под себя соберет. Вы обратили внимание, какие у нее доводы? Основные, с чем она идет на выборы. Крым не наш, надо покаяться перед Соединенными Штатами и Западом, надо сдаться, санкции против России, они правильные, нужно переходить к демократии. Ну, то есть классический такой либеральный набор. И одновременно она как бы говорит, что вот да, я там внучка Равина и так далее. Ошибочка вот в этом. Идеальный кандидат на ее месте был бы Хохол, который говорил, я отдам Украине Крым, когда изберусь. Он бы собрал гораздо больше голосов и при этом не настраивал бы, не разжигал национальную ненависть.